15 years after the fall of communism, we wanted to find out what Russians thought about democracy. We met a man who has a model for the future. In the village of Durakovo, which means the village of fools, he rescues lost souls and molds them into the citizens of a new Russia. Сюда приехал, мне было 11. Мне просто хочется делать добро и защищать свою родину. Михаил Федорович меня наставляет на верный путь. Он меня учит жить. Он нужен нам, Михаил Федорович. Сюда бы не шли так столько народа. Жизнь. Что с огурцом? Ты езжай, давай, работай поинтенсивнее, а то будешь стоять, по тачку смотреть. Надо будет уровень поднимать здесь явно. Алло. Да. Ты медитацию читал сегодня? Я преодолею любой соблазн, поэтому не буду ничего бояться. Молюсь, чтобы встречать любую ситуацию без страха. Молюсь, чтобы ничто не выбило, ничто не было выше моих сил. Аминь. Аминь. Аминь? Так точно. Молодец. Ну, видишь, как хорошо. Сегодня группа вечером будет. Давай. Алло. Добрый день. Добрый. Вы Михаил Федорович? Да, я Михаил Федорович. Да, да. Вот. Скажите, пожалуйста, на каких условиях вы принимаете себе? Дорогая, личное желание самого человека прежде всего. Кто вы? Хоть представьте, пожалуйста. Мама, мама. Вы откуда сами? Я в Москве. Можно я к вам подъеду? Да, да, да. Там спросите у охраны, где меня найти, найдете. Ага, спасибо вам большое. Пожалуйста, всего доброго. Там Артема, крикните кто-нибудь, а? Артем. Да.
Сейчас Анатолий Иванович туда снизит, надо не делать. А, ну сейчас я подниму, сейчас отпустишь. Все, давай, иди. А теперь, да? Да, да, да. Здравствуйте, здравствуйте. Агнина, он сидит. Иди сюда. Олежка, иди сюда. Олежка. Здравствуйте. 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 Ты по собственному желанию или так? По принуждению. По принуждению. По принуждению? Да. Не, у него желание есть. Он говорит, я знаю, что надо остаться, но не могу. Правильно. Хорошо. Ну, пойдем тогда, поговорим, пообщаемся. Так, я здесь подожду? Ну, может, или можно вместе? Да я не знаю, тебя как, смущает? Я смущаю тебя? Да не знаю. Ну, пойдем там, разберемся, пойдем. Идти? Пойдем. Иди, вас пока не смущаю. Да я не смущаю. Да пойдем вместе, пойдем. Я так. Туда сяду. Вот куда сядьте, туда сядьте. Его. Олег, да? Да, Олег. Вот. Парень-то неплохой. Да, отличный. Только помочь надо. Не хочет ничего, не хочет исправляться, не хочет. Вот. Так, сейчас давайте по порядку. Я что-то, чтобы у меня хоть в голове, раз человек приехал ко мне, попить не хочет, ничего, чаю, что-то нет. В армии служил? В институте учился. Какой институт? Московский гуманитарно-экономический институт. Московский? Да, учился я в Москве. То есть ты высшее образование имеешь? Да, у меня высшее юридическое образование и опыт работы. 3 года. В морском порту Санкт-Петербург. Вот. Так, все ясно с тобой. То есть с одной стороны у тебя все вроде бы понятно, а с другой стороны внутренний бунт идет. Так, Олег? Да. Смотри, тебе дается шанс вот осмыслить себя, где из вот такого капризного юнца возрастает действительно человек. Нет, я здесь. В общем, приехали, если не готов я остаться. Нет, я тебе совершенно, Олег, не уговариваю, это точно, потому что это бесполезно даже. В итоге был уговор, что... Олег, я тебе еще раз говорю, я тебя не буду ни бить, ни руки выламывать, ни оставлять, ни уговаривать не буду. Это мой дом, я в него, понимаю, тот, кто хочет, понимаешь, вот хочет. Говорит, я запутался, я хочу выкарабкаться из этого дела. Михаил Федорович, помоги. Понимаешь, вот это новый совершенно опыт жизни. Понятно, да, говорю? Угу. Понимаешь, да? И в моем доме и в обители единственный человек, кто имеет право по-серьезному возвысить голос, это я. Потому что я капитан на этом судне. Понятно, да? Я для тебя являюсь авторитетом? Ну, да. Хорошо. Вот смотри, как ты меняешься. Но, Олег, иди делай. Иди делай. Да, вот надо навоз убирать. Иди делай. Вот давай привыкать к новому. Давай по-другому привыкать. У нас, я еще раз говорю, полигон... Взращивание человека прежде всего. Ты добровольно подчиняешься тому, что здесь тебе предлагается. Олег, Господь руку протянул. Сейчас. Да, сейчас тебе Господь руку протянул. Именно тебе. И вот вся компания людей, которые у меня в Драгове, я вот тебе крест, я на всех смотрю,
Это Богом избранные люди. Артём! Наш попечительский совет. Сергей Николаевич, председатель нашего попечительского совета в монастыре. Спикер Государственной Думы, вице-спикер. Вот президент, вот, видишь, владыка. With no TV, no radio, no newspapers, Durakovo seemed so isolated. It was meant to allow inmates to return to a purer time, before Bolshevism and the modern world. But our patriot remained in constant touch with Moscow. He talked to many others who sought the salvation of Russia. Инициативу не проявляй. Каждый поступает, что все дело дня. Нечего делать. Алло. Михаил Федорович. О, доброе здоровье. Привет родному Дуракову от охотного ряда. Охотный ряд. В каких краях настиг, если не секрет? Вот так, да? Ну, значит, в родных пенатах. В родных пенатах. И жду, когда бабуля приедет. Значит, собираюсь в августе, надеюсь быть. Отлично. В монастыре-то когда следующие планы быть? Ну, быть в августе, ты подожди, позадавитесь туда. Потому что я к владыке хочу заехать на следующей неделе. Мне нужно посоветоваться по ряду вопросов. Да-да, я сейчас с владыкой разговариваю. Вот, как наша с тобой фотография стоит здесь у меня рядом с патриархом, президентом и всеми другими должностными лицами. На самом видном месте в рабочем кабинете, где вот мы втроем у портрета государя. Отлично, отлично. А у меня здесь был, знаете, кто в гостях? Кто? Вот это, ваш безопасный, такой замечательный дядька такой. Так он теперь всю охрану к вам повезет опыт перенимать. Вы там смотрите осторожней. Опытом-то не делитесь со всеми. Должны ноу-хау быть и засекречены. Ясно. Ну, скрытность. Да, 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 да. Надо кому подсказать. Да. Ну, ладно. Рад был слышать. До встречи. Всего доброго. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Ну скажи, раз. Скажи, от лица всех здесь присутствующих желаем счастья в вашей жизни, успехов и здоровья. Благоденственное и мирное житие и святое поспешение во всем
Подашь, Господи, рабу твоему Михаилу и всему семейству его, и сохрани их на многое и благая лето. Спаси, Христе Боже, спаси, Христе Боже, спаси, Христе Боже, на многое лето, на многое лето. Ура! 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 Спасибо, присаживайся. Итак, добрый вечер. Сегодня 29 июля. Так что у кого есть какие вопросы, пожалуйста, давайте потихонечку задавайте. А, Димка, а ты же собрался уезжать? Нет. Да. Я не собирался. А что ты мне Андрей сказал? Я не знаю, как он понял, но я не собирался. Ты не путал что? Наверное. Меня Господь здесь поставил. Вы доверяете мне? Вы обязаны доверять мне? Поэтому нам прежде всего какие слова вот должны вот сейчас быть? Я не понимаю. Простите, я не понял, что вы от меня хотите. Михаил Федорович, или там кто-то другой более опытный, скажите, я правильно понял, что нужно вот сделать так, так, так? Вот тогда это здорово. Это здорово. Ну давай, какие вопросы-то есть? Добрый вечер, Михаил Федорович. Добрый вечер. Я попытаюсь сформулировать кратко свой вопрос. Михаил Федорович, хотелось бы узнать ваше мнение. Приемлемо ли для России западная модель демократии? Спасибо. Этот вопрос не дает тебе возможности трезво жить? Нет. Ну, отчасти да. Отчасти да. Ну, если так по-серьезному говорить, то есть мое восприятие вообще всего, что происходит в мире, Бог на небе, царь на земле. Ни о какой демократии на небе с Богом быть не может. Все четко, иерархически, каждый плохо, хорош на своем месте. Находится на все в служении Господа Бога. Вот. Русский – это принадлежность, принадлежность русскому царю, помазаннику Божьему. И вот за веру царя и отечества с этим, так скажем, девизом жила Россия. Понятно, да? Но враг рога для человеческого, все время надо раскачать, все время вот это построение, построение рая на земле, вот это все, свобода, равенство, братство. Прекрасный лозунг, только свобода, равенство перед Богом, братство перед Богом. А равенство такого вот равенства, его на земле нигде нет, ни в природе, нигде. Понятно, да? Вот это вертикаль власти. Бог на небе, царь на земле. Но мне нравится наш президент. Наш президент, который сам ходит, сам говорит, сам принимает решения, берет на себя ответственность. И вы обязаны ему подчиняться. Обязаны. Нет власти ни от Бога. Вот тебе, пожалуйста. Никакой демократии нет. Ни в стае волков. Не везде, везде, везде есть иерархия, иерархия поведения.
Поэтому любые такие, вот как у нас началась перестройка вот с этих демократий, я не знаю, за западную демократию, я ее тонкости западной демократии не знаю, я на себе ее не испытывал. А то, что демократия, которая у нас здесь происходила, и как она сюда насаждалась, то мы ее увидели. Так все, начинается такой человеческий беспредел. Беспредел. Для чего? Только разрушить. Все, все это ведет только к одному, к разрушению. И поэтому мы сегодня идем как по минному полю. Сегодня как никогда нашей стране нужна вертикаль подчинения. Не хочешь подчиняться, купи себе билет и лети в другую страну. Принимай там подданство, чего угодно, там, где никто никому не подчиняется. Вот. Вот это о демократии. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Аминь. Здравствуйте. Игорь, нам же этих девочек отвезти. Ну что, ты как? Ну что, как у нас дела? Спасибо, Андрюша, спасибо. Что, Сережка, там Паша приедет скоро. Приедет? Да, брат. Да, во вторник был с мамой. Нет, я примерно. Ну что ты делаешь? Наблюдателем не получается быть. Че? Наблюдателем не получается быть. Ну так вот, а зачем? Мне наблюдателя не нужно, не хватает наблюдателя. Мне нужен единомышленник. Вот поверь мне. Через 5-7 лет все скажут, как же так, вот этот долг нужен. Кто-то из ребят будут консультантами, которого каждого слова будет его цена, его дело. Кто-то тот, кто здесь. А тебе, у тебя был слайд владык есть, ты за это для себя разберись. Иди. Ну, конечно, да. Все, живой, здоровый, мать довольна. Бать приехал, нашли. Ну, Ваня, хорошо. Давай, спасибо. Сейчас скажу. Именно сейчас. Сергей Николаевич, как значит завтра? 10. Так, сейчас у меня начинается конференция. Значит, пошли. The vice speaker of the Russian parliament is a close friend of Morozov. He is convinced that the West wants to unleash a new Cold War against Russia. A hardline nationalist, he supported the coup against Gorbachev and still regrets that the plot failed. Now he stands for a great Russia. A superpower like the Soviet Union was. A country that inspires fear and commands respect. Уважаемые дамы и господа, благодарю каждого, кто нашел время для этой встречи. И, конечно, хочу начать с выражения своего удовлетворения, связанного с развитием внутриполитической ситуации в России и межпартийной ситуации. Шлюзы, открытые Горбачевым при перестройке, свобода слова была поднята до уровня полной безответственности за это слово. И вот эта вседозволенность, она сегодня, конечно, уходит. И сегодня государство влияет на телевидение, на радио. Мы удовлетворены, потому что Путин
нашу надежду оправдал. Он обеспечил эволюционный переход из патовой ситуации Ельцина к современной российской позиции, когда Россия действительно выходит на свое историческое место в мире, державное, имперское, если хотите. Народная воля за простого человека и имперскую Россию. Поднимите, пожалуйста, Сергей Николаевич. Ну, может быть, тогда здесь же. При желании, при амбициозности нашей. Да, да, да. Сегодня неофициально буду встречаться с Чавесом. Я это тоже. Но они прям наличными расплачиваются за оружие или опять в долг? За сумки, вообще за собой. Не исключаю. Можно так. Were these patriots typical of contemporary Russians? Maybe not. But they did admire what Putin had done. They felt entirely at home in the new Russia. Государственной Думы. Вице-президент Думы. Ты просто не смог приехать вовремя. Я рад вас приветствовать в Государственной Думе. Я сказал господину Чавесу, что мы с большой надеждой следим за его вот этой большой поездкой по континенту. И надеемся на парламентское сотрудничество, на военно-техническое сотрудничество. Когда сегодня со стороны Соединенных Штатов Америки было сделано жесткое заявление против подписания контракта между Россией и Венесуэлой по оружию, я просто порадовался за оперативную реакцию российского министра иностранных дел, который сказал, что здесь не может быть никакого давления, что Россия и Венесуэла сами решат, что им делать. Очень важно, я с вами согласен, хочу доказать всему миру, Rusia что Россия de las presiones de Estados Unidos. Не зависит от давления, которое оказывают Соединенные Штаты. Вот такую позицию исполнительная власть России стала занимать только при сегодняшнем президенте, при президенте Путине. Este poder solamente bajo la presidencia de nuestro presidente Putin. Европа – это окраина, и она излишняя. Мнит о себе, считая, что все решается в Европе или в Вашингтоне. И если они думают, что видят опасность только в Китае, развивается не только Китай. В России сформировалась сила, которая может стать действительно одним из мировых центров сил. Россия – это цивилизация, существовавшая в форме Российской империи, потом Советского Союза. Сегодняшняя Россия – это только осколок России исторической. Потому что историческая Россия – это весь Советский Союз. Вот так, Нам нужны союзники, мы должны не боясь работать и с Венесуэлой, и с Ираном, которые отстаивают свой путь в мировую историю. Вот утрата национального, вот что сегодня является бедой для России. И почему мы выступаем за возрождение православных и христианских ценностей?
потому что мы уверены, борьба сегодня за души русского человека. The longer we stayed in Durakovo, the more we became aware that many Russians feared and despised what they thought of as democracy. They wanted security and believed it could only be theirs in a regime like Putin's. But Russians had never really experienced democracy. It appeared alien to many of them, foreign. It was like an unwelcome, unwanted import. Сначала был папа, здесь работал. Вот. Меня папа с Михаилом Федоровичем познакомил. Вот. Потом меня папа вот в 2005, 1 августа умер. Вот. И я, ну, решила здесь жить, учиться, вот. Ну, узнал, как бы, мои родители сообщили, что есть такой центр у Михаила Федоровича Морозова. Мы поехали к нему в Новоспасский монастырь, обговорили с ним, я ему как бы рассказал, чем мне надо помочь, и он взял меня к себе. А это папин начальник по спецслужбам. Он уже с Михаилом Федоровичем давно был знаком. Вот сначала он сюда попросил, чтобы он сюда дочку свою привез, ну, лечиться. А потом решили меня на каникулы, ну, чтобы я научился здесь работать, потому что я был полным лентяем. Самое главное, наверное, здесь то, что со мной произошло, и то, что я здесь к вере в Бога пришел. То есть вот в этом... Я, конечно, всегда волнуюсь за свою страну. Что будет? Что от нас скрывают вообще? Что сейчас происходит? Не знаю, смотрю сейчас вот на нашу жизнь вообще и вижу, что мы катимся, просто катимся. Все хуже и хуже. Потому что сейчас все это творится кругом. Никто не знает, когда придет на нас. Надо готовиться всегда, быть готовым. Мир перевернулся, только мы сами его перевернули. А все это дело, я как говорил уже, что мы продали родину своим американцам. Вот и пошли перестройки, пошли все банды, пошли грабежи. Пошло все, поехало. Но самое еще нормальное, что нас это еще выдержало. Это православие, то, что возродилось эпоха церкви. Вот это, может, еще нас пока спасает. Если бы этого не было, то мы бы уже все погибли. В Москве отмечали светский день десантника и православный Ильин день. Федеральные и столичные власти решили сделать общий праздник, собрать военных и верующих на Красной площади, воспользовавшись тем, что пророка Илью считают покровителем воздушно-десантных войск. Торжества демонстрировали единение святого и воинского духа с разрешения президента Владимира Путина. Разрешение президента – убедительное доказательство сотрудничества между светскими и церковными властями. Это не случайное совпадение появления на Красной площади десантных и религиозных сил. Теперь церковь и армия отмечают свои праздники вместе.
Обе стороны демонстрируют путь развития России, патриотизм. За бесценный вклад в дело укрепления обороноспособности страны, проявленное при этом мужество, военную смекалку, а также отмечаю огромнейшую работу по военному патриотическому воспитанию и в связи с празднованием Дня воздушно-десантных войск Российской Федерации приказываю наградить медалью 100 лет подводного флота России командира бригады специального назначения полковника Масолитина Михаила Петровича. Разрешите вручить документ. Служу Отечеству. Бригадному генералу наша флотская 3-4. Ура! 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 Петрович, разреши поздравить, дорогой. Заслуженный старый. Старый, заслуженный, застарелый. Ну, это нас фотографируйте. Вот еще один идет. Так, сюда. Сюда. Давайте. Они все у нас такие. Вот такие здоровенные. И НАТО не поздоровится, если к нам придет на нашу землю. Вперед. Не поздоровится. Юрий Станиславович, там это. Да. Константинович, встань в строй. Не поздоровится, еще раз говорю. Не поздоровится. Враг будет разбит. И победа будет за нами! Ура! Ура! Вы заберите ракетницу. Это серьезная вещь у него. Это опасно. Это опасно. Это крайне опасно. А где пистолет? Я много накопил. А он в душе, конечно. Да все нормально, Петро. Да, друг. Никак, брат. Все нормально. А в целом, жить надо. Жить надо. Своих не сдаёт. Нет, свои, мы хер кому-то дадим. Днепра сегодня звонит, Михаил Петрович, дорогой комбриг, пока мы здесь сидим, хер с донаты пройдет. Да все, представляете, хер, все, вопрос, вопросов нет. Англия имела колонии, это хорошо, да? А Россия, это плохо. Почему? Все же говорят, о, Россия там окно в Европу рубила, неправильно все. Англия колонии имела, это хорошо, да? Обязательно, обязательно. Да, я могу даже сейчас громко включить его и сказать ему. А все троекратно клюют. Я этим француз наших сказал. Единственная семья. Даю. Так, громкая связь. Тихо. Вас слышит тут Михаил Петрович? Все слышат? Да, здесь они все, они здесь все. Тихо. Поздравляю вас всех с праздником. Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья и с честью нести звание офицера. Гип-гип! Ура! 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 От воздушно-десантных войск. Ну что, докладываю вам, дорогой. Ну так, может быть, подъедете к нам на секундочку-то, нет? Да. Ну, хоть немножко чайку, чайку выпить-то здесь. Я на съезде. Ну, в Измайловском у нас же съезд сегодня. Так я же говорил. Да я представляю, так что еще раз с прошедшим праздником. Все нормально прошло, надеюсь. Сергей Николаевич, мне сказали... Да вы что, как это, как это? Ну все, где фотографии? Вот все, сказали все. Вот так. Ну как же, Дыкеев? Женщины любим, говорят, это тоже... Северный Кавказ. Да не, мы сначала... This was a small party, but the same views could be heard throughout the Russian political scene. It wasn't clear whether Sergei Nikolaevich and his delegates either believed in democracy or wished to practice it. Разрешите объявить заседание 6-го съезда партии Национального возрождения «Народная воля» открытым. Из 162 делегатов, избранных от 65 регионов, присутствует 94 делегата от 50 регионов Российской Федерации. Приступаем к основной повестке дня.
Я хочу остановиться на нескольких пунктах. Первое. Это если мы ни с чем не боремся, а согласны с тем, что есть, ну тогда, наверное, и не надо идти на выборы. Почему русские чиновники отдают рынки людям определенной национальности? Почему русские чиновники допускают ущемление русских? Этого допускать нельзя. Тогда мы победим. Слава России! Спасибо. Идем дальше. Слово для доклада предоставляется главному редактору газеты «Новый Петербург». Вот к пункту о поддержке малого бизнеса я бы добавил 7-й пункт. Запрет негражданам России на ведение малого бизнеса на территории России. Теперь еще раз к политическим правам. Я бы ввел такие пункты. Запретить упрощенное принятие гражданства РФ иностранцев из области политических прав. Это защита прав молодежи. У нас сегодня молодых людей всех нумеруют по спискам. Вот ты экстремист и вперед. Самого молодого возраста они получают клеймо ни за что, ни про что. Просто за то, что они активно участвуют в политической жизни. Вот. Предлагаю принять за основу предложенный проект платформы. Не будет альтернативных проектов. Я предлагаю тогда принять за основу. Прошу проголосовать. Спасибо. Кто против? Нет. Воздержавшиеся? Двое. Спасибо. Ну, хоть слава Богу, а то... Те проголосовали единогласно, а сейчас ведь это единогласие подозрительное. Напоминаю, что постановление по первым трем вопросам мы будем принимать с утверждением результатов тайного голосования. Дай Бог теперь забраться наверх. Советская. Очень местный район. А как же жаль рабочих, что гниют за рубежом. За хлеб, за воду, за свободу, за счастливый труд. Советские ракеты всех буржуев в пыль сотрут. После себя убирайте здесь все. А там видели, там, они как все это, я не знаю, что сделать. Вы не хотел сказать, большую убрать, но это... Нет, вот, стебли стоят. А, ну, ну, ну. Сломать их все, там ведро лежит, и вот уже оттуда убрать. The village was made spotless for the arrival of an important visitor, Сергей Николаевич. Здравствуйте, Морозов. Я же не видел. А, да,
Да, я же. Здесь-то, господи. Да. Вот это да. Ну что сказать? Пойдем. Ну что сказать? Пойдем, дорогой. Ну не каждый день вице-спикер парламента России приезжает ко мне в дом. Вот Владимир сейчас ездил на разные встречи. Был избирательная кампания вот несколько лет. Это так хорошо началось, как бы сдерживать. Да, а так оно и да. It was time to go, but before leaving, we overheard one conversation that seemed to sum up much of what there was to learn about this new Russia. Вот тиль, наверное, все-таки как некий символ проблем. Да, поиск выхода. И символ национального возрождения, выздоровления. Сергей Иванович, отлично. Просто... что Россия, вот для нас, для русских, то, что действительно это защищать, дабы сохранить царя и приумножить отечество. Для нас, для русских, она все-таки в онтологии сердца. 10 лет назад генеральный секретарь Совета Европы, прекрасная женщина Катрин Лалюмьер, уходила в отставку. И она сказала мне в Страсбурге, что она боится, что мы придем к власти в России. Я говорю, почему? Она говорит, потому что вы измените внешнюю политику. Просто у нас окно в Европу пробили, а закрыть забыли. Да. Дует, сквозит с тех пор сегодня. Европа. Это окраина какая-то. И вот эта окраина о себе сильно возомнила, что она вообще миром правит. Ну кто такая Европа по сравнению с земным шаром? Не надо доказывать. А надо просто вот свое, когда мир об нас стукается и не может понять, они не правы или мы не правы. Ага. Ну, я о демократии вообще не задумываюсь. Запад есть он, Запад. Ну, это их право. Всегда все, на России все были всегда против нас. И германцы. Это моя родина. Это как бы ее нельзя давать там в обиду другим людям, там каким-то других стран, еще там каким-нибудь там. Вот как у нас сейчас идет заселение вот этими всеми азербайджанами, там их просто куда ни сунься, все время они. Надо подниматься нам, как бы. Каждый человек должен иметь пользоваться военными делами, там, стрелять, кидать гранаты, ползти. Каждый человек должен быть сильным. Иначе в нашем мире не выживешь. Потому что на Америку почти сейчас полмира работает. Вон, Ирак не хотел им давать нефть, вот они пошли на него войной. А это их не право, их не земля. Хотят дают, хотят не дают. Вот и все. Так же Афганистан. Надеюсь, до России не дойдет. Без восстановления России нас просто не существует. Мы просто нужны стране, и без нас она просто не восстанет. Если... Было бы больше таких вот мест, как Дураково, вот, обитель. Я думаю, мы быстрее поднимались бы. Вся Россия так живет.
абсолютно вся Россия. Это всего лишь маленькая модель общества всей России. То, что нас привыкли, грубо говоря, к жесткой руке. Когда все говорят, вот там на вас Сталина нету. Ну, в принципе, наверное, он так и есть. Что демократия — это не для нас. Абсолютно. Нам это не нужно. Coming up on BBC4, Michael Cockerell reveals how ex-PMs cope with being out of the spotlight. How to be an ex-Prime Minister. Next.